Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы сделаем обзор машинки Мили Новотроник Т-277, которая работает по принципу конденсата, сброса. Что характерно для этой машинки? Она у нас 5-килограммовая. Вот ее характеристики. 15-ваттная лампочка, загрузка 5 килограмм, мощность 3000 ватт, 3 киловатта. Ну, естественно, сделано в Германии. Барабан у нас не сотовый. Вот он. То есть обычный с небольшими ребрами, которые переворачивают белье. Вот. Идет обязательно фильтр. Типичный для Мили. Вот он внутри. То есть воздух подается оттуда, проходит через белье и проходит через фильтр и подается вот. Вот сюда, во вторичный фильтр, который чистится крайне редко. Потом воздух попадает у нас в конденсатор. Поскольку он влажный и теплый, с одной стороны, и с другой стороны, когда он проходит холодный воздух, он у нас конденсируется. Сейчас мы откроем крышку, я уже предварительно ее открыл. Вот как она у нас выглядит внутри. Что очень радует, что на верхней крышке у нас утеплитель войлоковый. Вот ее внутренняя составляющая. Плата управления, реле. Характерна для Мили инструкция полная. Система сброса, вот она, статического электричества. И ремень. Здесь у нас ремень 1900, то есть почти, вот у нас, почти 2 метра. Вот как она работает. Довольно-таки тихо. Биения барабана нет. То есть это говорит о том, что ролики в порядке. Сам барабан без вмятин, то есть состояние машинки у нас очень хорошее. Закрываем. Какие у нас есть программы? Смотрите, смотрим. Ну, во-первых, типично для Мили, опять же, открывание дверцы. У нас он открывается кнопкой. Пока мы дверцу не закроем, у нас программы работать не будут. Кох. Это у нас хлопчатобумажные ткани. Начиная от экстра сухого, заканчивая под утюг. Вторая сторона у нас идет всегда синтетика. Синтетика с плюсом, обыкновенная и под утюг. Финиш волы. Это у нас шерсть. Это у нас шторы. И обдув горячим воздухом 20 минут. И обдув холодным воздухом 20 минут. Также есть кнопки короткая сушка и некоторые дополнительные функции. Ну, давайте запустим какую-нибудь из них. Вот кнопка старт. Она оценивает, какая остаточная влажность, и после этого должна будет показать время. Сейчас там влажности нет, ну точнее белья нет, поэтому я не уверен, что она покажет время сушки очень хорошее и быстрое. В принципе, все. Большое спасибо, что слушали. Высота ее 85 сантиметров, глубина 60, ширина тоже 60. С задней стороны у нас идет вот здесь вот ТЭН. И с задней стороны вот здесь у нас сбрасывается горячий воздух. А воздух засасывается, сейчас я вам покажу, с нижней части. Вот здесь вот засасывается у нас воздух, вентиляцию, и подается непосредственно в саму сушку. Сброс конденсата происходит вот сюда, вот. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте в комментариях под видео. Если вам видео было полезно, ставьте лайк.